Лентяй. Не забыл меня? Лентяй, соскучился. Ай, лентяй. Хороший волчара. Здравствуй, Максим. Здравствуй, Евгения. А я думаю, кто это тут в наших хатях хозяйничает? Я от Степана ушла. Навсегда. А мама твоя приютила нас. Отец приказал съезжать к Параске. А я куда? Выходит, и ты с нами. Пойдем в хату. Промерз до костей. Ага. Добрый день, друг. Здравствуй, Савка. Ты, вижу, дрова на зиму готовишь. А чего мерзнуть? Поляки за лес не гоняют. Подожди. Скоро и за лес, и за воду, и за воздух гонять поляки начнут. Если такие, как ты, по хатам сидеть будут. А ты собрался куда? Партизан иду искать. Дорогу найдешь? Не заблудишься? Люди добрые подскажут. Ты же не скажешь, где отец с отрядом находится. С каким отрядом-то? Ты что? А мог бы. Как-никак, друзьями были. Были. Ну, будь здоров, друг. А ты знаешь, что Степан Савку к твоему отцу лазутчиком послал? Предупредить надо. Придет время, предупредим. Так что там случилось, Степан? Чего на ночь глядя? А я откуда знаю? Примчал из того, передал бумагу. Явиться в поместье сегодня вечером. А на словах ничего не передавал. Развернулся и уехал. Видит он, в одной хате свадьба. Собирайтесь. Саня у ворот. Что случилось? Степан твой поскакал в сторону Длугошиц. Забирай хлопцев. Другого случая не будет. О, божечки. Мои. День добрый, свекор. Я за ними пришла. Понятно, что не за мной. Идите, одевайтесь. Идите. Вот я их одежду собрал. Спасибо. Спасибо, деда. Я этого никогда, никогда до могилы. Ну, ладно, ладно. Идите уже, идите. А как же вы? Степан же вас за это... Он мой сын.
Слушай, какого черта ты нас с собой тащишь, а? Или в этих бумажках про нас тоже что-то написано? Ничего там про вас не написано. Я даже не знаю, зачем меня вызвали. Может, пристрелят, как собаку. А вместе с тобой за компанию, и мы под пулю встанем. Ага. А вы как думали? Как гулять так вместе? А отвечать я один? За что отвечать? За все. За то, что арестанты сбежали. За то, что обоз отбили. За то, что талаша поймать не можем. За все. Слышите? Нет, хлопцы. Кажется, сегодня нас расстреливать не будут. Поехали! Поехали. Ну, пошла. На брегу лесу зубачилисьмы его отдел. Але на счастье наши были недалеко. А для чего думать? Почему же главнокомандующий не пользуется сложным положением большевиков на Восточном фронте и не добьет их здесь, на Западе? Пилсудский послал к Деникину в Таганрог генерала Корницкого, дабы заявить, что мы готовы пожертвовать польской кровью ради белого движения. Но когда Корницкий поднял вопрос о независимости Польши, Деникин заговорил о неделимости России. То есть нам выгоднее победа красных, чем белых? На данном этапе – да. Ленин признал Польшу как самостоятельное государство, Деникин – нет. Так что пусть уж лучше в Петрограде сидит Ленин и большевики, чем Деникин и генералы. Господа! Секунду внимания. Сегодня на наш праздник я пригласил представителей новой местной власти, наших друзей и соратников, окружного войта Степана Бусыгу и его помощников. Проходите. Что делать будем, товарищ командир? Отдавай приказ, и мы пошли. Не лезь поперед, батьки. Пусть в праздник втянутся. Хмель в голову стукнет. Никак не могу понять. Мартын, глянь ты. Ага. Кто там к усадьбе подбирается? Да я тоже не знаю. Я думаю, что это твои дружки. Отряд Макара Балука. Точно, балуковцы. Михай Свирка. Не чипор. А вот и Макар, во дают, а? Так что делать будем? А что командир скажет, то и будем. Господа, я поднимаю этот тост за главнокомандующего польской армии, начальника Польши, Юзефа Клеменса Пилсудского. Виват! 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 Не чипор. Видишь? Кажись, охранник стоит. Сейчас я его. Погоди. Не волнуйтесь. Продолжайте веселиться. Я сейчас все выясню. Господа офицеры. Вам не надо. Вы только мешать будете. Балуковцы пошли. Пошли! Yeah!
За великую Польшу! От моря до моря! Дадим своих на погибель! А ну, вперед! Сталашовцы! Пошли! Вперед! За мной! В сторону леса давай! Сюда! Я знал, что встретимся. Я добро помню. Что будем делать, господа представители местной власти, друзья и соратники по оружию? Как объясним командованию, что бандитские отряды плодятся как кролики? Откуда взялся второй отряд? Их было два. А может, или я ошибаюсь? Два. Почему ты об этом знаешь? А я узнаю в бою. Я сам ничего не знал про второй отряд. Три дня. Слышите? У вас три дня. Если за это время у меня не появится информация, клянусь Божьей Матерью, повешу вас всех на одном суку. Пошли вон. И в Ширках был, и в Ганусах, Карначах, и в Астахове, веришь? Никто про партизан ничего не знает. У кого не спрошу, молчат собаки. А если их и вправду нет? Нету. А кто тогда поляков клошматит? В лесу они. Только в каком? Капусты хочешь? Хочу. Все хочу. Неси. Иди к отцу, скажи, что завтра Мельгуна приведу. Он все поймет. А если этот Мельгун с тобой что-нибудь сделает? Вон у него какая морда бандитская. Этот ничего не сделает, а морду бандитскую со страху корчит. На, ешь. Чудесная капуска, чудесная. Батька ставил? Он у вас на все руки мастер. И капусту шинковать, и поляков бить. Хватит дупу лизать. Да еда, иди спать. Не передумал? В партизаны идти. И не передумаю. Утром пойдем. Да ерунда, там затвор заедал, я его починил. Чего талаш нас собирает? А кто-то из Примаков пришел. Пришел. Говорят, смотри-ка. Ага, наверное, голодный, как волк. Здравствуйте. А-а-а.
Хоть бы топор с собой принес или нож. Ты скажи нам, чего это воет Бусыга тебя из заложников отпустил? Так соседи мы с Бусыгой. Через забор живем. А может, он тебя к нам лазутчиком послал? Во-во. Дядька Василь, ну какой из меня лазутчик? Чего ж тогда по селам шляешься? Про партизан выпытываешь? Так вас искал. Товарищ командир, я с вами вместе воевать хочу. Поляков бить. Чем это тебе поляки не угодили? Скотину забрали. Хату спалили или что? Меня не трогали, твоя правда. Да и что с меня взять? Но они меня за человека не считают. В душу плюют. А это хуже всего. Верите? Верим. Верим. Все, братцы, расходитесь. Все понятно. Хорошо, дядька Василь, пошли. Иди, Максим, иди. Он командир, пусть решает. Максим! Что это отец не думает? Иди сюда. Иди. Вот что я скажу тебе, сынок. Я очень старый и тебя хорошо знаю. И знаю, как тебе тяжело пришлось, когда сиротой остался. И зачем ты к нам пришел, тоже знаю. Если они догадаются, понимаешь, что с тобой сделают, сынок? А? В этой бойне твоя кровь ничего не решит, поэтому лить ее из-за глупости твоей. Живи, как знаешь, как совесть твоя позволяет. Батька, распряги коня. Дети спят? Что? Где они? Авгения забрала. Как забрала? А ты где был? Я и отдал. Ты что? Ты что, старый, с ума сошел? Я ж тебе сказал за ними смотреть. Дети должны быть с матерью. Батька! Что ж ты делаешь? Что ж ты со мной делаешь?
Нужно обойти. Товарищ командир! Там дозорные. Бабу с мужиком привели. Вас требуют. Обороняться будем. Будем. Веди. Есть. Нужно как следует. Можете идти. Так, надо покупать. Угу. Угу. Чтобы они нас не заметили. Ай-яй-яй. Как бы снизу нам... Добрый день. Добрый. День добрый. Пришел спасибо сказать за то, что людей моих выручили. Твоих выручили, своих положили. Простите. Бог простит. Жена моя, Галина, вы видели ее в моем отряде? Помните? А я слышал, что у вас женщина есть, санитарки там, кухарки. А у меня так одни мужики. Ну, сами понимаете. Вот. Если можно. Петрок! Слушаю. Проводи женщину на кухню. Есть. Спасибо вам. Спасибо. Все? Нет, не все. Помните, вы предлагали объединиться с вашим отрядом? Я согласен. Макар! Сколько народу в твоем отряде? 56 человек. Хорошо. Проходи. Иди сюда. Мы тут днями небольшой бой задумали. За то, что живые. За это. Ну, Збигнев обещал нас повесить, если ты не вернешься через 3 дня. Теперь не повесит. Рассказывай. Давай, давай, не тяни. Мы ж тебя ждали, переживали. Вы? С какой радостью? Я вам что, кум, сват, брат? Савка, ты чего? Подожди, Зинон. Говори, Савка. Говори. Вот ты, Степан. Ты же меня за человека не считаешь. Я для тебя так, тьфу, подыхать буду, кровью заливаться. Пройдешь, не заметишь. Савка, зачем ты так? А ты, Зенон? Тебе ж все равно, кому дерьмо таскать. Сегодня белым полякам, завтра красным большевикам. Лишь бы тихо, лишь бы шкуру сберечь. Да я тебя... Сидеть. А про тебя, Левон, вообще говорить нечего. Да за ту клячу, которую я у тебя увел, ты бы меня первый придушил. Я тебя сейчас придушу! Сидеть, брой! Продолжай, Савка. Продолжай. Хотите, чтобы я про друзей своих рассказал? Как они и где? Где дед Талаш? Где Мартын Лоза, Максим? Давно их в друзья записал. Они мне больше, чем друзья. Талаш меня сыном назвал. Последний кусок хлеба отдал. А вы хотите, чтобы я их выдал? Вот вам! Все? Все. Ты думаешь, ты герой, Савка? Партизан не выдал. А зря.
Ты нам уже все рассказал. И что Лазу с Максимом видел. И что Талаш тебя сыном назвал. И что им жрать в лесу нечего. Ты дурак, Савка. Ты сначала говоришь, а потом думаешь. Нам-то рассказал, кого видел. А полякам расскажешь, где. Угу. Не расскажу. Расскажешь. В тюрьме ты был. Как они допрашивают, знаешь. Расскажешь. А бумажку, которую ты подписал, мы твоим новым дружкам покажем. Пусть люди знают, кому на самом деле Савка Мельгун служит. Мужики, осторожно, нож! Сидеть! Я ему этот нож сейчас в задницу засуну! Убью! Стой, сука! Уводи его! Мельгун! Держите его, хлопцы! Держите! Не видно ни хрена! Убежал, зараза! Никуда не денется. Степан, ты куда? Ты что задумал? Сейчас. Вот тихо, тихо. Взять! Они же его на куски разорвут. Конечно, разорвут. Так пошли скорее. Тихо, тихо. Чем порадуешь, Войт? Савка вернулся. Надеюсь, с хорошими новостями. С хорошими. Он там, на санях у парадного лежит. Для чего? Что случилось? А его, как бы это сказать, собаки местные покусали. И дальше что? Он все рассказал. И где бандиты, и сколько их? И как брать лучше? Злые у вас собаки. Во, метет! Ух! Какая-то ты, Авгенька, сегодня сама не своя. Не знаю. На душе как-то тревожно. Что случилось? Дети рядом. Степан твой никогда тебя тут не найдет. Вот что, подружка, присмотри за детьми, а я в отряд схожу. Ты так говоришь, в отряд, будто бы в лес по дрова пойдешь. Я не знаю, где брат с отцом, а она в отряд. Мне Максим сказал. Смотри ты, Максим! Араска! Иди, только возвращайся скорее! У меня рук не хватит за всеми присматривать! Ой, честное слово, ей-богу, прямо я не знаю! Случилось что? Нет. Это от мамы. Ты ради этого пришла? Мне повидать надо. Кого? Мартына. Ты с ума сошла или что? Я же говорил, чтобы приходила, если что-то такое, поляки там или Степан со своими нагрянет. А ты... Позови Лазу. Ну, Евгения...
Ну, здравствуй, Мартын. Здравствуй, Евгения. Я в последнее время вспоминал про тебя. Хорошее, плохое? А разве у нас было плохое? Было. Я тебе охоту испортила, сом утку под воду утянул. А так часто случается. Добыча твоя, а достается другому. Может, охотник виноват? Нет. Нет, Мартын, ты не виноват. Я когда узнала, что на тебя похоронка пришла, дурочка по селу шаталась. У всех похоронку эту просила показать. Думали, помешалась. А Степан подобрал. Ну и как? Хорошо с ним? По-разному. А теперь ушла от него. Не выдержала больше. Я, может, и дальше терпела бы. Но он, как увидел тебя в Долгушицах, так и начал мне Олесе в глаза тыкать. При чем тут Олеся? А сам как думаешь? А я и думать боюсь. Вот и не бойся, подумай. Нет. Нет. Олеся твоя дочка. Я догадывался. Догадывался. Капитан, сколько бандитов в отряде этого старика? Человек 100. Вольно. Свободны. Отправьте срочную шифровку в ставку. Главнокомандующему польской армии, начальнику Польши, маршалу Пилсудскому. Он еще не маршал. Уверяю вас, генерал, он станет им в ближайшее время. Итак, главнокомандующему польской армии, начальнику Польши, маршалу Пилсудскому, докладываю. На вверенной мне территории мною была проведена операция по уничтожению бандитских отрядов. В ходе операции было уничтожено более 200 бандитов. Их лагеря, склады с оружием и продовольствием уничтожены. В деревнях, находившихся под их контролем, установлен соответствующий порядок. Как я их? Дата подпись. Число подпись. Теперь куда? Туда. Так, иди мне. Или там ты бандиту. Шепко скончим с этим отделом. Далеко есть.
Далеко еще? В этом лесу начнутся дозоры. Все, приехали. В том лесу первый дозор. Надо было бы его как-то снять тихонько. Ты дом не Ты будешь? Это мне говоришь? Усунь. Сними. Пошла. Пошла. Ну что, мужики? Вперед! Ага. Давай. Шевелись. Пошел, пошел. Лежать! Ползи! Твой ползи, гад! Вот черт! Тихо! Вон там! Давай вперед! Вставай! Пошли! Все, больше не могу. Дозор в том лесу. Тихо! Как я тебя сейчас убью? Черт с ним! Пошли! Слышь! На! Пошли! Обрыдло все. Война это. Кровь. Угу. Война всем обрыдла. Только вам зачем со мной вместе умирать? А ты когда-нибудь со смертью один на один оставался? Вот если твои фугасы не рванут, вот тогда и будем помирать. Вместе. Что за холера? Пошла! Ну? Нет там никого. Были. Может, вчера, может, даже сегодня, но сейчас никого. Может... Может, учили? Сбежали? А? А? Звядок. Лазутчик. Ну-ну. Суфи. У меня собак нет. Зато сосен. Зато сосен вокруг. Полный лес. И шнур сейчас И веревка знаете. Найдется. Легионеры, вперед! Идут. Ох, и много вас по нове, как грязи. Господи Иисусе, помоги человеку умереть. Зинон!
Удалось, отец! Нас! Вперед! Дьявольское отродье! Вперед! Бегут, как зайцы! Давай сигнал Булоку. Пускай встретит этих зайцев. Глупцы! Ракета! Браток, сейчас придем, там лекарь. Да положи ты меня вон. Ей-богу, по дороге все кишки растряс. Так лучше? Так совсем хорошо. Только почему-то холодно. Слышишь, Лявон, холодно. Совсем холодно. Левон, холодно. Вставай. Я хочу видеть, как ты будешь падать. Не могу. Зря, Левон, ты мне этот нож у дупу не засунул. Видишь, как оно обернулось? Савка! Степан! Степан! Стой! Стой! Стоять!
Доброго здоровья, сынок. У нас на Полесье отвечают, когда кто-то желает здоровья. Не разумим. Я не понимаю. Вон как. А твой дед и отец другими были. Вы тоже. Поместья не жгли. И по лесам не бегали. Не мы это все начали. Но вижу, заканчивать нам придется. И заканчивать будем жестко. Будем стоять насмерть. И бить вас будем. И усадьбы палить будем, пока не поймете, как вы к нам, так и мы к вам. Иди, панич. Дай Бог, чтоб на этой дороге нам с тобой больше не встречаться. Василий Талаш проживет долгую жизнь. Став председателем сельсовета, будет восстанавливать Полесье, проводить коллективизацию. В июне 41-го встретит Великую Отечественную войну и снова уйдет в партизаны. Василий Талаш умер в 1946 году на 103-м году жизни.